экс-президент Армении военный преступник Роберт Кочарян подал в суд на премьер-министра Никола Пашиняна и Республику Армения. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Кочаряна Айк Алумян. Иск представлен 7 апреля. Он направлен в суде суда общей юрисдикции Еревана Артуром Корчано. На сайте судебно-правовой информации сообщается, что Кочарян требует обязать Пашиняна публично опровергнуть заявление в отношении экс-президента и выплатить компенсацию в размере 4 миллионов драмов, порядка 8 тысяч долларов. По словам адвоката, речь идет о заявлениях Пашиняна на митинге 1 марта. В ходе своего выступления Пашинян отметил, что обвиняемые по делу 1 марта надеются вновь узурпировать власть, вывести армию против народа и поэтому затягивают судебное расследование. Напомним, что 6 апреля суд прекратил уголовное преследование по статье «Свержение конституционного строя» против Роберта Кочаряна, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна.